Добрый день, меня зовут Охременко Дмитрий, я рад приветствовать вас на информационном видеоресурсе для разработчиков itvdn.com. Курс Angular 2 Essential, тема урока HTTP. В этом уроке мы рассмотрим HTTP модуль и те сервисы и директивы, которые модуль предоставляет. Также мы научимся использовать Angular 2 In-Memory Web API, чтобы создавать приложения, которые будут обращаться не к настоящему серверу, а к объекту в оперативной памяти, который будет эмулировать работу настоящего сервера. Также мы рассмотрим, что такое Same Origin Policy, и разберем такие механизмы, как Course и формат JSONP, который позволяет создавать приложения, умеющие создавать кросс-доменные запросы, обходить Same Origin Policy. После этого мы разберем инструмент, который есть в Angular 2, разберем сервис JSONP, который позволяет работать с форматом JSONP, и в самом конце мы реализуем службу с применением платформы Deployed, то есть реализуем серверную сторону и создадим Angular 2 приложение с Create, Read, Update и Delete операциями, основанными на серверной стороне, написанной с помощью Deployed. Давайте рассмотрим те шаги, которые необходимо выполнить для того, чтобы научить Angular 2 приложение работать с HTTP протоколом. В первую очередь нам необходим HTTP модуль. Этот модуль дает нам возможность использовать сервис HTTP. Мы этот сервис будем инжектить через конструктор в те компоненты или другие строительные блоки приложения, которые должны будут брать данные с сервера. Для того, чтобы отправить запрос на сервер, на сервисе HTTP нам нужно вызвать метод, имя которого соответствует имени HTTP глагола get, post, put и так далее. Вызывая метод get, мы получаем observable объект. Все асинхронные операции в Angular 2, они возвращают не промисы, как это было ранее, а observable объекты. Объекты, которые после завершения асинхронной операции могут выдавать события. Получив observable объект, мы должны на этом observable объекте выполнить подписку на событие с помощью метода subscribe и указать, что мы хотим сделать, если событие будет сигнализировать о успешном окончании синхронной операции или о неуспешном, о какой-то ошибке, которая возникла в процессе асинхронной операции. Давайте рассмотрим первый пример, в котором будет показан интерфейс HTTP сервиса. В первых примерах мы будем использовать одни и те же настройки APP-модуля. APP-модуль импортирует HTTP-модуль, который необходим для того, чтобы работать с HTTP-протоколом. Но в этих примерах мы хотим сконцентрироваться на работе клиентской части. Мы не хотим работать с серверной стороной, конфигурировать ее и разрабатывать какой-то веб-API, используя Node.js, Python или какой-то другой язык программирования. Поэтому вместо того, чтобы делать серверную сторону, мы на 8 строчке импортируем In-Memory Web API модуль, и на строке номер 18 мы этот модуль конфигурируем. Делаем так, чтобы этот модуль реагировал на определенные запросы и выдавал нам заранее предусмотренную информацию. Для того, чтобы этот модуль настроить, мы вызываем на нем метод forRoot и в качестве параметра передаем itemData. ItemData – это наш класс, который мы определили в отдельном файле. Давайте ознакомимся с тем, что из себя представляет этот класс. Для того, чтобы класс мог использоваться как Web API сервис, лежащий в оперативной памяти, мы импортируем интерфейс In-Memory DB Service и имплементим этот интерфейс в нашем классе. Интерфейс этот очень простой, он заставляет нас сделать один метод createDB. По сути, цель этого метода определить некую базу данных, источник данных, к которому будут происходить обращения с помощью HTTP запросов. Мы будем делать get, post, put, delete запросы, а сервис, который будет реализован вот этим модулем In-Memory Web API, он будет манипулировать теми данными, которые createDB предоставил. Мы здесь создаем массив items, заполняем этот массив значениями и возвращаем объект с одним свойством, свойством items, в котором будет находиться этот массив. Теперь, когда у нас есть вот такой класс, и этот класс использовался при конфигурации In-Memory Web API модуля, если наше приложение, если HTTP модуль сделает GET запрос по адресу app,
slash items, то в in-memory webapp вернет ту информацию, которая находится вот в этом item data. Если мы сделаем post запрос, мы добавим сюда новое значение, put запрос, будем его редактировать. Давайте посмотрим, как этот webapp сервис используется в первом нашем примере. В первом примере у нас есть разметка, в которой мы генерируем лист айтема, исходя из того, какая информация у нас есть в item array свойстве, и у нас есть кнопка, при клике на которую будет вызываться метод clickHandler. Если открыть код нашего компонента, то мы увидим, что на второй строчке мы импортируем сервис HTTP. Этот сервис мы инжектим на 18 строчке. Наша задача, воспользовавшись этим сервисом, отправить запрос на сервер, получить ответ и результат положить в массив item array, для того чтобы этот массив отобразился в пользовательском интерфейсе. Для того чтобы выполнить запрос, мы используем сервис и вызываем на нем метод get, так как хотим прочитать данные из удаленного источника. Мы указываем адрес app/items, указываем такой адрес, потому что в этом приложении мы используем in-memory web API, нам необходимо обращаться к корню нашего приложения, а items вторым сегментом мы указываем, потому что при настройке in-memory web API наш метод createDB возвращал объект с одним свойством items. Нам нужно по сути указывать именно свойство этого объекта для того, чтобы обращаться к соответствующим записям внутри этого объекта. Получается, что здесь мы обращаемся к массиву items, который есть у нашего in-memory web API. При этом мы начинаем асинхронную операцию, и метод get возвращает нам observable объект, с помощью которого метод get сможет потом нас проинформировать о том, что асинхронная операция завершилась. Мы на observable объекте вызываем метод subscribe, и в качестве параметра передаем две функции. Одна функция будет запускаться в том случае, если будет успешно закончена асинхронная операция. Допустим, сервер вернет статус код 200. Вторая функция должна будет выполниться, если произойдет какая-то проблема. Например, сервер вернет статус код 404. При этом функции здесь могут быть обычными функциями с использованием ключевого слова function. Мы в примере решили применить arrow function. Первая функция в качестве параметра принимает result, и с этим result выполняет определенные действия. На самом деле вот этот объект result, он является объектом типа response. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот response. Response — это класс, у которого есть ряд свойств. Тип ответа, статус-код, адрес, много информации, которая относится к ответу, который пришел от сервера. И также обратите внимание на то, что response наследуется от класса body, то есть ответ имеет тело. Если мы посмотрим на класс body, то увидим, что у body есть 4 метода: JSON, text, ArrayBuffer и blob. Это означает, что ответ, который пришел от сервера, мы можем конвертировать в один из этих вариантов. Например, если мы знаем, что сервер возвращает нам JSON, мы вызываем метод JSON и получаем объект, то есть выполняем десериализацию ответа для того, чтобы с ней дальше работать. Если мы знаем, что сервер возвращает нам текст, вызываем метод текст и работаем с обычным строковым значением. Мы знаем, что сейчас сервер будет возвращать нам JSON, поэтому на результате мы вызываем метод JSON. In-memory web API настроен таким образом, что ответы, которые от него приходят, они находятся внутри объекта data. Получается, что вот этот наш массив, который мы создавали в item data, этот массив, он находится в свойстве data. Поэтому, когда мы JSON десериализуем ответ, мы берем свойство data, а уже внутри этого свойства будет находиться массив. Мы этот массив переписываем в свойство item array для того, чтобы свойство отобразилось в пользовательском интерфейсе. Если сервер вернет нам ошибку, то в таком случае мы эту ошибку выведем просто на консоль. Давайте проверим, как это приложение у нас работает. Response уберем. Нажав на кнопку GetData, мы получаем ответ от нашего Web API сервера. При этом, если мы посмотрим на Network, нажимая на кнопку GetData, мы не видим никаких взаимодействий с сетью, потому что сейчас
In-Memory Web API, он подменил те механизмы, которыми пользуется HTTP-модуль, и вместо того, чтобы HTTP-модуль отправлял какие-то запросы на сервер, HTTP-модуль взаимодействует с In-Memory Web API. Но для нас, как для разработчиков, в коде мы работаем с обычным интерфейсом, не изменяя никаких методов и не добавляя никаких дополнительных параметров, чтобы обратиться к этому In-Memory Web API. Если мы захотим работать с настоящим приложением, нам достаточно будет здесь указать путь к тому сервису, который дает нам в виде JSON ответ, подходящий для обработки в этом методе. Во втором примере демонстрируется отправка пост-запроса на сервер. Начнем с того, что рассмотрим шаблон второго примера. В шаблоне у нас есть UL, который отображает ту же информацию, что и в первом примере, но после этого UL добавляется div с двумя элементами input. Каждый input с помощью двунаправленной привязки, с помощью ng-module, передает и считывает значение из свойств компонента, из свойств id и name. И также есть кнопка, при нажатии на которую мы должны будем отправить пост-запрос на сервер. Давайте посмотрим, как выглядит код этого компонента. Мы хотим сделать так, чтобы при загрузке компонента пользователю сразу же отображалась информация о том, какие уже есть данные на серверной стороне. Поэтому мы добавляем метод ng-onInit на строчке 15, для того, чтобы зафиксировать момент инициализации компонента. И на момент возникновения этого события мы обращаемся к сервису HTTP, для того, чтобы получить ответ от сервиса и выложить этот ответ в массив itemArray. Далее мы реализуем метод clickHandler, задача которого добавить новую информацию в массив items, который лежит у нас в Web API, In-Memory Web API. Для того, чтобы отправить пост-запрос и тем самым добавить новую запись в Web API, мы на строке 25 на объекте HTTP вызываем метод post и передаем адрес, по которому собираемся слать запрос. В качестве второго параметра мы передаем тело запроса, которое будет отправляться на сервер. В качестве тела мы помещаем объект со свойствами ID и name. При этом значение этих свойств мы берем из соответствующих свойств нашего компонента. К этим свойствам у нас идет привязка пользовательского интерфейса. Поэтому то, что мы введем в поля вводов, на самом деле будет добавлено в тело запроса и отправлено на сервер. При этом, как и в случае с get-запросом, метод post возвращает нам observable объект. На этом observable объекте мы вызываем subscribe, подписываемся на изменение состояния объекта, и если объект скажет нам, что успешно произошла обработка запроса на сервере, то тогда мы получим ответ от сервера, то есть вытащим из результата JSON, а в случае, если Web API успешно добавляет запись в базу данных, Web API обычно возвращает объект, который добавил. Мы проверяем, чтобы этот объект у нас был, и если он есть, то мы добавляем его с помощью метода push в itemArray. Нажав на кнопку, мы отправляем запись на сервер, она добавляется в хранилище, которое использует сервер. И после этого нам возвращается тот же объект на сторону клиента, мы добавляем этот объект в пользовательский интерфейс, чтобы клиент видел, что данные не только на сервере сохранились, но и еще на стороне клиента вывелись в массиве. Ну и в случае, если есть какая-либо ошибка, мы эту ошибку обрабатываем второй функцией, указанной в subscribe методе. Переходим ко второму примеру. При ng-onInit, видите, загрузились данные, отобразился список. Мы вводим ID-шник, вводим имя, нажимаем postdata, отправляется пост-запрос, данные добавляются в In-Memory Web API и также отображается в нашем списке. Для того, чтобы убедиться, что эти данные действительно сохранились в In-Memory Web API, можем вернуться к первому примеру и нажать на кнопку getData повторно. При этом мы увидим, что запись, которая была добавлена с помощью пост-запроса, она также доступна и в предыдущем компоненте. Это связано с тем, что весь этот пример использует один общий In-Memory Web API. Работая с HTTP протоколом, нам часто необходимо передавать дополнительные параметры с запросом. Заголовки, query string или какие-то другие значения. В примере номер 3 показано, как мы можем добавить дополнительную информацию при отправке запроса. В обработчике ClickHandler мы создали переменную myHeaders типа headers.
При вызове конструктора headers в качестве параметра мы передаем литерал, и этот литерал описывает, какие заголовки и какие значения мы хотим сейчас использовать при отправке запроса. В нашем случае мы хотим добавить заголовок с именем content type и значением application.json, и также заголовок с именем x.myheader с значением hello world. Следующее действие, которое мы выполняем, 32-я строчка, мы создаем объект requestOptions. Этот тип данных requestOptions необходим для того, чтобы добавить специальные значения, которые будут использоваться при отправке запроса на сервер. Если мы перейдем по определению этого типа данных, то мы увидим те свойства, которые есть у нас у requestOptions. У нас есть метод, то есть HTTP заголовок, HTTP глагол, который будет использоваться, есть заголовки, тело, URL, query string, данные, относящиеся к тому, что запрос с данными по авторизации, тип ответа. Получается, что requestOptions – это объект, который описывает ту информацию, которая будет расширять запрос, уходящий на сервер. Мы сейчас при создании requestOptions передаем headers и указываем в качестве параметра объект, который был сконфигурирован ранее. Также мы создаем отдельно переменную data, в которой записываем данные, взятые из наших двух свойств, находящихся выше. По сути, этот пример является расширением предыдущего. На строке 41 мы вызываем метод post и передаем три аргумента в этот метод. Адрес, по которому мы шлем запрос, тело запроса и опции. В данном случае, когда мы будем отправлять постзапрос на 41 строчке, мы не только отправим тело запроса, но еще и добавим два дополнительных заголовка, которые уйдут на сервер. К сожалению, сейчас мы не увидим отправку этих заголовков, так как в нашем примере настроен in-memory web API, и он, по сути, все HTTP запросы отлавливает, и браузер нам не покажет, какие данные уходят сейчас на сервер, так как мы все обрабатываем в контексте нашего приложения. Отправляя запросы на сервер, также часто мы используем значение, которое передается в адресной строке, или по-другому query string или search параметры. В этом примере показано, как мы можем сконфигурировать запрос таким образом, чтобы он использовал в адресной строке дополнительные значения. В ClickHandler на 17 строке мы создаем объект URL Search Params. Этот объект мы берем из того же модуля, что и сервис HTTP. Далее мы на полученном объекте вызываем метод set и устанавливаем два параметра. Первый параметр A со значением 1, второй параметр B со значением value. На 24 строчке при вызове метода get мы указываем адрес, по которому шлем запрос, и указываем объект, который является, по сути, тем же requestOptions. Вот в этом примере мы объект создаем непосредственно в момент отправки get запроса. В предыдущем примере мы объект создавали отдельно. Мы его сконфигурировали, дали ему необходимые значения, а потом уже передавали его в качестве параметра в метод post. В примере номер 4 мы могли поступить таким же образом, создать в начале requestOptions, а потом его уже передавать в метод get. Здесь мы код немного упростили и непосредственно вот при вызове метода get передаем объект с свойством search, куда передается значение, сконфигурированное ранее, params, переменная params. Теперь, когда мы будем отправлять запрос на 24 строчке, запрос у нас будет выглядеть вот так. К app items, который хранится в переменной URL, добавится знак вопроса и те параметры, которые были установлены в объект URL search params. Мы разобрали интерфейс HTTP сервиса и знаем, как отправить GET, POST и другие запросы на сервер, и также как можно добавить дополнительную информацию к этим запросам. Обычно, разрабатывая приложение, которое использует AJAX, мы имеем следующую структуру нашего приложения. У нас есть серверная сторона, допустим, есть приложение, которое называется MyApp. Находится она по адресу myapp.com. Когда мы хотим этим приложением воспользоваться, мы открываем браузер, отправляем запрос из нашего приложения, отправляем запрос на сервер. От сервера мы получаем ответ с HTML разметкой и JavaScript кодом. И уже этот JavaScript код делает асинхронные запросы на сервер и, получая от сервера ответы, обновляет пользовательский интерфейс.
И когда наша структура приложения такая, когда JavaScript код делает запросы на myapp.com, на тот же домен, с которого он был скачан, никаких проблем у нас не возникает. Но когда приложение разрастается и становится более сложным, у нас могут появляться дополнительные сервера. Допустим, наше приложение начинает выводить новости, а новости находятся на отдельном сервере, и для сервера, для новостей у нас предоставляется отдельный набор каких-то методов, отдельные службы. Допустим, у нас есть дополнительный адрес news.myapp.com. Это тоже наш сервер, мы сами его разрабатывали, но когда мы попытаемся из JavaScript кода, который был скачан с myapp.com, отправить запрос на news.myapp.com, вместо ответа браузер выдаст нам сообщение о том, что мы не можем выполнить такую операцию. Дело в том, что скрипт, который был получен с myapp.com из этого оригина, он не может делать запросы на news.myapp.com, на другой оригин, на другой, по сути, домен. Давайте посмотрим, что такое origin и что такое same origin policy. Same origin policy – это ограничение, которое описывает, как ресурсы, полученные из одного источника, могут взаимодействовать с данными, находящимися в другом источнике. По сути, origin является комбинацией протокола, порта и хоста. Давайте посмотрим на таблицу, показанную на слайде. Если мы скачаем JavaScript файл по адресу http://mysite.com/dir/file1, то у этого JavaScript файла origin это mysite.com, протокол http, а порт 80 по умолчанию. Если посмотреть на другой файл mysite.com/dir/2/file2.js, этот файл скачан с того же оригина, протокол, хост и порт совпадают. Поэтому мы можем сделать так, чтобы JavaScript-код, который находится в файл 1.js, мог спокойно обращаться к данным, которые находятся в файл 2.js. Ну или делать запросы на сервер в том случае, если адрес будет иметь тот же origin, что и origin этого JavaScript-файла. То есть, допустим, если у нас есть служба, которая запущена на сервере, главное, чтобы эта служба была на протоколе HTTP, хост совпадал с этим хостом и порт, номер порта был соответствующий. Если, например, этот JavaScript файл попробует сделать обращение к какой-то службе, которая находится, например, по такому адресу, то браузер выдаст ошибку из-за того, что у нас не совпадают протоколы. Ориджины вот этой третьей и первой строки, они разные. В третьей строке используется HTTPS протокол. В случае с четвертой строкой origin не совпадает с первыми двумя из-за того, что здесь явно указан порт номер 81. Соответственно, ориджины разные. В последнем варианте у нас не совпадают хосты. Здесь test.mysite.com, здесь mysite.com. Это тоже считается другим ориджином. Возникает вопрос, зачем делать вот эти ориджины, от чего браузер нас оберегает. Давайте вернемся к нашей диаграмме для того, чтобы продемонстрировать проблему, которая может возникнуть, если браузер не будет использовать same origin policy. Давайте представим, что myapp.com – это приложение, которое позволяет обмениваться обычными текстовыми сообщениями. Пользователи, которые здесь зарегистрированы, могут друг с другом общаться. Для того, чтобы клиентская сторона могла авторизироваться на сервере, чтобы сервер понимал, что мы являемся его клиентом, у нас на стороне клиента находятся кукисы, которые применяются для того, чтобы авторизироваться при отправке каждого запроса. Они добавляются просто к запросу, уходящему на сервер. Есть какой-то определенный токен. Давайте представим, что появляется сервер злоумышленника. Мы его нарисуем красным цветом. Допустим, с каким-то другим адресом. zlo.com. Каким-то образом мы получаем доступ к этому серверу. Переходим по какой-то ссылке, которая у нас в PAM рассылке пришла, или другим образом попадаем на zlo.com. И когда мы получаем ответ от этого сервера, с этим ответом приходит JavaScript код. Он приходит в наш браузер, которым мы пользуемся для того, чтобы работать с myapp.com и другими приложениями. Этот JavaScript код, попадая в наш браузер, выполняет автоматически запрос на myapp.com. Разработчик сервера
специально написал такой JavaScript-код, который будет нацелен на то, чтобы работать с myapp.com. Получив доступ к нашему браузеру, когда JavaScript-код появляется в нашем браузере и отправляет запрос на myapp.com, понятно, что этот JavaScript-код автоматически подхватит те кукисы, которые были предназначены для myapp.com. И сами того не зная, мы сможем зайти на myapp.com, получить доступ к своей личной переписке, например, и отправить эту переписку на сервер злоумышленника, который написал этот JavaScript. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями.